Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Викинг Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Так, мы зашли в отель «Регина Отель», в номер «Стандарт». Очень хорошего размера номер. Здесь шкаф большой, много вешалок. Сейчас я вам покажу ванну. Бомба! Я уже посмотрела до того, как вам показать. Посмотрите, какой душ. Это кабина. Это почти один из первых отелей, в котором есть душевая кабина. Окно в номер. Очень хороший. И сейчас я вам покажу, ради чего стоит приехать в этот отель. Хотя это часть Влёры, но он считается загород-загород. То есть я вам напомню, что это небольшой отель. Ну, хотя по размеркам Албании это все-таки большой, 54 номера. Пляж у нас через дорогу. И вот сейчас я не зря акцентирую внимание на синем переходе. Это переход к пляжу. Но посмотрите, какого цвета вода. Пляж небольшой, очень хороший. И вот они окрестности. Спускаемся из номеров. Лифт. Зона ресепшена и ресторана. Ресепшн. Два туалета. Потому что, чтобы не останавливаться по дороге, вот за рецепцией, да, сразу. Ресторан. И есть открытая терраса. Хочу вам показать здание отеля «Регина». Хочу вам показать дорогу к пляжу. Посмотрите, я уже акцентировала внимание, что есть вот такой замечательный надземный переход, что, безусловно, плюс есть пешеходный переход, но все-таки это дорога, и чтобы не спускаться вниз, вот можно сделать таким образом и пройтись к пляжу. Естественно, виды сумасшедшие. И классный вот этот вот трюк. Я считаю, что для трешки она оставила очень хорошее впечатление. И в подборках у туроператоров она стоит очень недорого. И поэтому это крутой бонус. Да, не в городе. Но есть. Есть безусловные бонусы. Так, смотрите. Душ на пляже. Вот она, пляжная. Пляж, кстати, мелкая галька. Вот мы продвигаемся дальше от Влёры. Чем дальше от Влёры, тем мельче галька. Смотрите, какая красота. И вот наш отель. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!